Вы внимательно слушаете. Хорошо. Иначе вы можете что-нибудь упустить. Что-нибудь важное. Я не буду останавливаться, не буду повторяться, а вы не будете меня прерывать. Думаете, что раз вы сидите с той стороны, а я с этой, то вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Где-то в глубинах Атлантики сбитый лежит самолет. Прямо сейчас. Во Владивостоке стреляет по цели нетрезвый майор. Прямо сейчас. В маленьком племени Африки снова сменили вождя. Прямо сейчас. В Челябе поспорили люди, политики на должностях. Прямо сейчас. Томно идет караван где-то между Суданом и Ливией. Прямо сейчас. На ринге в Америке новый боец от ударов увиливает. Прямо сейчас. В забытом театре пылятся в чулане ненужные маски. Прямо сейчас. В тайге заблудились туристы, их ищут всем Красноярском. Прямо сейчас. Прямо сейчас на орбите работает станция спутника. Искусственной точкой мигает мечтателю, что не отправится в путь никак. В эту минуту на свет родилось больше 100 человек. И пока ты дослушаешь песню, уже больше 100 человек безвозвратно исчезнет. Это симфония жизни, оркестр круглой космической родины. Миллиарды сюжетов сплетаются одномоментно в большую мелодию. И каждый пришедший сюда пассажир по билету, найдя свое место, даже при самых веселых раскладах не сможет сыграть вразрез с оркестром. Из прошлого тянутся нити, собой создавая клубок. Из клубка появляешься ты, как еще одна нить, и множишь развилки дорог. Но откуда ты взялся? Исток нитки не виден. Там только сплетение чужих, забытых, ежесекундных событий. Меня, кто делает выбор моими руками, 100 раз пароль изменял, заклеил каждую из веб-камер, мой гардероб, мой плейлист, мои понятия и привычки, откуда все эти части взялись, все, что мою составляет личность, я думал, это мной создано, бережно выращено с нуля, оказалось, что неосознанно, я просто копировал и вставлял, думал, что уникален, как в океане, никем пока не найденный остров, но при анализе мне мои глаза доказали, я просто перепост перепоста, как в замыленной антиутопии, сам напрашивается финал, если все вокруг только копии, где-то должен быть оригинал, чьей-то рукой заполняются графы, шоркая карандашом. Это позор, это пафос, это плохо или хорошо. Это в тренде, это мимо, это всем нам завещали. Это в рамках допустимо, а за это нет пощады. Все эти инородные истины освобождают или все же пленят. Какой будет на пересчет чистыми? Во мне самом процент меня.